Кыш, блядь, неинтересно тебе стрелять, заебал. Иди отсюда. Иди. Действительно, это же не охота, а какое-то знакомство получается. Ну, знаете, это похоже на то, что вот этот гусь и утка это пришла такая проверить QR-код у охотника. Есть QR-код, допущен какой-то, нет, нет. Или разведчик какой-нибудь, чтобы своих сообщить. Ну, вообще, он больше на смертника похож. Нет, здесь я с охотником согласен. Но когда он стоит перед тобой, эта утка, да? Ну, она, сука, милая. Когда там она далеко стоит, это, сука, уже дичь. Это уже добыча. Ладно, друзья, хорошего вам дня.